Срочная информация поступила из источников шоу-бизнеса буквально 10 минут назад, друзья. Подпишитесь на наш канал, мы делаем все возможное для того, чтобы вы знали, что творится в шоу-бизнесе. Есть информация о том, что этой ночью в срочном порядке в Израиле была прооперирована российская певица-примадонна Алла Борисовна Пугачева. Что произошло с ней, никто толком не знает. Эта информация считается закрытой. В России мало кто об этом знает. Спасибо вам, друзья, за то, что вы смотрите наши новости. Каждое утро мы стараемся их делать только для вас. Не забывайте подписываться на наш канал, ведь только так вы сможете узнавать, что происходит в шоу-бизнесе каждый день. До скорых встреч, берегите себя и своих родных, друзья.